Якими добрими справами можуть похизуватися наші миколаївці? Поцікавимось. Я много чего делаю хорошего, наверное, потому что я работаю в магазине и приношу людям добро. Вот и все. Дала сигарету другу. Наверное, у каждого свое понятие доброго дела, так же, как и счастье. Ну, не знаю, мне кажется, то, что мы дарим любовь родным и близким, это уже доброе дело. Вот сидят, например, ну, наша страна, конечно, очень тяжелый сейчас период, но сидят вот люди, которые просят милостыню. Одни говорят, что это вот неправильно им давать, потому что это обманщики и так дальше. Ну, пускай, если это обманщик, пускай это будет на их совести, но я положила там монетку, сколько у меня есть на данный момент. Возможно, это кому-то облегчит в какой-то мере жизни. И может, у человека это последняя возможность купить сегодня хлеба. Ну, я считаю, что это, с одной стороны, как бы доброе дело, поделиться с ближним тем, что у тебя есть. Ну, не знаю, там, помочь бедному котенку, который там сегодня мяукает и весь голодный, ну, взять домой его как-то покормить, ну, это доброе дело. По крайней мере, такими поступками мы показываем нашим детям, что в жизни существует доброта, и дарить добро – это очень хорошо и нужно. Ну, неважно, в какой ситуации сейчас человек, возможно, в скором времени тебе понадобится точно такая же помощь. Никакие, я на пенсии. Да их много, девушка, я не готов вам ответить на все добрые дела. Ну, хотя бы одно нам пример приведите. Ну, я занимаюсь, людям ставлю вот металлопластиковые окна. То есть я им как бы приношу тепло в дом. Ну вот как бы это повседневная моя работа. Иногда по возможности помогаю больным детям. Так, а еще, да, возможно, в повседневной жизни? В повседневной жизни? Ой, даже не знаю. Каждый день какие-то заботы бытовые мелкие. Может быть, среди них где-то потерялись мои добрые дела. Не могу сейчас вспомнить. Мусор ворный выкидываю. Так, молодцы. Еще, возможно, там маме помогаете, ну все, что... Не, ну это тоже, конечно, родителям помогаю там, это все. Места в маршрутке выступаю. Мне даже сложно сказать. Ну, во-первых, ну и занимаюсь отоплением, отапливаем людей, это тоже доброе дело. Конечно. А еще, возможно? Ну, прогуливаю своих животных, тоже доброе дело. Да, ну, помогаю пожилым людям, зачастую в общественном транспорте, ну и так по городу, помогаю людям и в транспорте, и так просто. Вот то, что я пока могу, хотя самому уже тяжеловато делать, ноги чуть-чуть отказывают, болят, но стараюсь, чтобы всем было хорошо и всем было добро. Помогаю людям. Кажуть, що на світі дуже мало добрих людей, а от миколаївці довели, що це зовсім не так. Вони роблять добрі справи щодня.